сегодня Дракулаура будет убирать свой номер в отеле. Привет, Пеппа. Привет, Дракулаура. Что делаешь? Я загораю, как и все. А собачка Жучка что делает? Она дежурит, чтобы никто не утонул. О, хорошо. А ты убрала свой отель? Я? А ты? Я, да. Ну, я не знаю. Как это? Ты что, не знаешь, убрала ли ты? Признаюсь, я не убрала свой отель. Ужас! Уху! Ну, я сейчас уберу, хорошо. Наверное, у тебя там грязно уже. Нет, не грязно. Я надеюсь. Я пойду. Достану я пылесос. Мой пылесос. Вот и мой пылесос. И можно им будет мне попылесосить дом. А потом я помою пола. Нет, не буду их мыть. Не чисто, я попылесошу. Посмотрю-ка я, сколько накопилось грязи. Наверное, много. Даже очень. Надо будет проверить. Прямо сейчас. Нельзя терять ни минуты. Все, я уже попылесосила и могу занести пылесос в номер. Теперь возьму я свою тряпочку, чтобы протереть полочки и столик от пыли. Я все протерла. И теперь можно и поплавать, может, чуть-чуть. Или позагорать, не знаю. Все, я уже отдыхался на матрасе. Я пока еще пойду в свой номер. Кто хочет, то пусть поплавает пока еще на моей этой, на моем матрасе. Я поплаваю пока еще. Вау, как здорово!